Община, покинувшая церковь Шотландии более 10 лет назад из-за одобрения деноминации служителя, состоявшего в однополых отношениях, продолжает процветать. Питер Диксон и его прихожане из церкви Хай-Хилтона были первыми, кто покинул церковь после того, как она поддержала назначение открытого гомосексуального священника Скотта Ренни в другую церковь. Они создали церковь Тринити в Абердине, а затем присоединились к Международной пресвитерианской церкви. Ранее в этом году церковь Шотландии проголосовала за то, чтобы разрешить священникам проводить однополые свадьбы в своих церквях. Генеральная ассамблея церкви Шотландии 2022 года проголосовала за пересмотр определения брака 274 голоса против 136. В законе о признании брачных услуг, акт 1977 года, будут внесены поправки, которые исключают слова «муж» и «жена», называя стороны только «друг другом». Об этом сообщает Христианский институт 8 октября 2022 года. Видите, как мы и читаем, братья и сестры, как мы и читаем, что выйдет из нее народ мой из вавилонской вот этой блудницы. Конечно же, какая-то церковь, если там одобряются однополые браки, совершаются вот эти бракосочетания, если пастырь тоже состоит в однополых отношениях. Это уже церковь-отступница, конечно же. Это вавилонская блудница. И нужно оттуда выходить. Как мы видим, вот образец, вот эта община, покинувшая вот эту церковь. И она дальше двигается, она растет духовно, я понимаю. Поэтому это пример для других. Если видите что-то подобное, и не только вот этот грех мужелорства, и другие грехи, то если вы видите, что это уже, скажем так, то, что укоренилось, вот эти грехи, вы горите, нет изменений, то нужно, как и написано, выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь. И я приму вас, и буду тогда, да, тогда обратить вам Богом, а вы будете мне сыновьями и дочерями, говорит Господь. Понимаете, что общего у Господа с Велиаром? Подписывайтесь на канал «Любящий истину», основной канал, и также на канал «Любящий истину 2», где тоже есть немалое количество полезных для вас проповедей. Аминь.